Давай, давай, играй, играй. Огонь вообще супер, мне понравилось. Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы Залай 3, а это вокалист группы Залай 3 Артём Талецкий. И он тоже умеет круто играть на гитаре. Ну вы поняли. В этом видео мы будем играть вместе и смотреть на реакцию людей в чат рулетки. Перед просмотром этого видео подпишись на канал и нажми на колокольчик, а также не забудь поставить лайк и написать любой комментарий. Если этот ролик наберет 2000 лайков и соберет 200 комментариев, то мы начнем снимать вторую часть этого выпуска вместе с Артемом. Погнали! Давай, давай, играй, играй, братан! Слышь, ты позорный. Давай, поехали, я тебя буду слушать, Атау. Сыграй, знаешь, какую песню? А у любви есть тоже блеф. Столько блеф. Нигде не жмет, не трет, никто не обижается. Не, все нормально. Дай бог, дай бог. Да. Ладно, чао, какао, рад был знакомству. Давай. Бабки будут звонить, отопырить. Да мы шутим. Мне понравилось. Клево. Вы и на гитарке играете? Да, на гитарке, да. Сбацайте что-нибудь. Давай, заберем. Вот это вот для деда что-нибудь такое. Нифига себе. Я что-то не ожидал, я прям как-то аж внутри схватило, когда вы начали так резко еще. Ё-моё, это круто, это очень круто, пацаны. Спасибо. А ты что стримишь? Ты просто... А ты стримишь или снимаешь сейчас? Да. Сейчас стримлю. А, стримишь, о, круто. Типа все как удивляются, да, как такой голос, да, у тебя? Ну, типа, да. Да я смотрю его, да? Ты не знаешь? Много подписчиков? Не знаю. Ну, много. Сколько у тебя? 100, по-моему, да? Или 100? Или больше, даже 300? 150. Сколько? А, кстати, не знаешь, что сейчас вот с матами в роликах? Нужно запикивать или не обязательно? Да, нужно. Прям банят, да, если там... И всякие слова оскорбления геев, что-нибудь такое. Кстати, могу продемонстрировать, как я язычком играю на гитаре. Показать? Да. Ну, вот так вот беру, вот так вот, только на гитаре. Это девчонкам будешь показывать? Не, ну да, я девчонкам показываю, да, но хочу еще тоже показать, да. А ты зачем пальцами дергаешь? Ну, чтобы звук... Ну, тогда положи гитару, пускай он языком попробует. Слышишь, тебя они скажут, это слабенько, надо резче. Ну быстро же зато делаю, как бы не резко, но быстро. О, вот, самое главное, эффективно быстро, да? Тренировался 2 месяца, кстати, вот так вот, чтобы язычком. Ну маловато, ну хотя бы минимум полгода. А ты где находишься? Я на лавочке. А какой город? Блядск. Ну давай, теперь ты нам что-нибудь спой. Чё там, чё тебя сыграет, чем тебя развлечь? Да, давай рассказывай. Покажи член. Или ты развлекай. А мы играть членом на гитаре. Членом поиграть? Ну это надо доставать его как-то. Да, это много усилий. А ты чё, ни разу не доставал? Мы можем ещё членом поиграть на гитаре. Давайте. Доставать? Доставай, я этого ни разу не видел. Ролик такой есть, кстати. Есть, What? Есть. Да, ВКонтакте где-то я видел, что членом играют, да. В Ютубе такое не пропустят, да, ВКонтакте где-то есть.
Членом? Ну, прям член берет, да, и по электрогитаре. Я думал, он МБР зажимает. Нет, он по электрогитаре, он вот тут вот играет членом, а тут зажимает. Да, сука, так неинтересно. Вот если бы МБР зажимал, да, аккордики раз. Это было бы весело, а то бы... Вау, это просто восхитительно. Спасибо. Да. Прям браво. Круто. Очень нравится. Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, как чувствуешь? Просто это превосходно. Больше слов не подобрать. Спасибо. Ты музыкой занимаешься? Да, я играю на фортепиано и так по-любительски на гитаре. У тебя голос как в фильмах. Да. Это хорошо или плохо? Ну, это необычно. Как озвучка, да? Как озвучка фильмов, да. Ветру тащить нас тяжело. Ветер роняет нас на ходу. Ты хороша лишь под вино. Недобровольно только в бреду. Ты говоришь, как скрипит задвижка в старой чужой квартире. Пошлая книжка, дешевая сишка, все твои вещи в мире. Хочешь раздеться? Стой, не спускайся вниз. Залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс. Горло души, спирт и склянка, вылежи мне душу, нимфоманка. А этот человек умеет играть язычком на гитаре. Давай. А только на гитаре? Ну, на всем умеет. Не только на гитаре. На всем умеет. Смотри. Видишь, как быстро? Потом, да, он неплохо работает язычком, я так скажу. Спасайте что-нибудь такое, блядь, душа развернулась и свернулась, блядь. Парни, вы, как близнецы, у вас даже по ладам бегают пальцы почти одинаково. Всего вам тоже хорошего. Чтоб стоял и деньги были. Очень круто. У вас есть какая-то платформа? Ютуб, Инстаграм, что-нибудь? Да, в группе ВКонтакте. Мы песни пишем, кстати. Мы музыкальная группа, на самом деле. Давайте я группу ВКонтакте напишу в ВК. Почему три? Ладно, это группа. А, ну три. Нас просто три в группе. Мы сегодня двое сидим, а так мы трое. Можете мемы? Давай. Что? Мем, мем. Я знаю, вот это? Okay.
Умеешь так? Не, я только учусь, мужики, вообще начинающий такой. А Равшана Мамедкулиева знаете? Да, а какие у него песни? Он фолию поет, есть такая песня. Астурия там есть. Вот. Ну загуглите. Около месяца был в топ-чарте ВК. Кто это? Равшана Мамедкулиев. Это его, кстати, хит, главный хит. Это, мне кажется, он нас наебывает. Он прославился, кстати, за счет этого хита. Блять, это просто хит? Я думала, поел. Видишь, фак показывает, фак. Фак показывает, фак. Фак погайся. Любой обманчив звук, страшнее тишина. Не попадаешь. Не попадаю? Куда не попадаю? В ноты не попадаю? Да. Если понравилось это видео, то подпишись на канал, поставь лайк и отправь это видео своим друзьям. Также подписывайтесь на наши соцсети, ссылки в описании. Друзья, также скачивайте наши треки на всех музыкальных площадках. Да. Да, скоро будет третий трек. Да.